Видео подготовлено онлайн gdz.net. Задание номер 33.3. Необходимо разложить многочлен на множители. А. 4 минус 36а в квадрате можем выразить в виде произведения разности 2 минус 6а на сумму 2 минус 6а. Выражение b раскладываем на 7b минус 10 умноженное на 7b плюс 10. Г. Это 20 минус 11c на 20 плюс 11c. Ой, это В. А выражение Г имеет вид 12d минус 15 на 12d плюс 15. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.